Приветствую всех на своем канале. Давно не было никаких обзоров относительно. Вот. Ну, сейчас времени, честно говоря, нет. Но продолжаю перебирать пятаки. И попалась монета с небольшим брачком. Браком это назвать так уж прям сложно. Ну, думаю, может быть даже, учитывая просто то, что номинал уже практически исчезнувший, уже достаточно давно, да и в мешках мало что попадается. Вот поворот. Сколько тут градусов-то? Так, если будет более понятно, может быть. То есть вот. Ровно. Поворачиваю. Нет. Вот небольшой поворот. Получается влево сюда, да? Соосность нарушена. Ну. Это не 90 градусов и не 180, что наибольший интерес представляет нумизматов. Ну, из того количества, что я вот сейчас перебрал, по 2006 год включительно единственная монетка с поворотиком с небольшим. А остальные все ни раскола не имели, тоже ничего. Ну, за исключением там испорченных монет от времени, так сказать, а браков заводских не было. Ну, я как бы это не собираю. Вот тут была, да, монета с двойной монограммой 2002 года. Тоже я делал коротенький обзорчик. Ну, пока как-то так. 2005 год. Перебираю сейчас 2007 год, потом сделаю обзор. Там 2007-2008 осталось перебрать. И обзор по штемпелям. Вторую часть мешка. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. До новых встреч.